Сегодня по русскому радио услышал информацию, что на опере «Рейна Донья София» в Валенсии обрушилась плитка из-за ветра, что посещение сейчас запрещено туристами этого здания, что ведутся работы. Точно. Посмотрел, туристов там нет с той стороны, а парень вон там уже наверху, если видно, лазит и плиточку заделывает. Так что уже ведутся работы. Значит, ненадолго закрыли оперу нашу. Вот такие вот новости, господа.